Встаю я сегодня утром и смотрю, что Актинии нету. Эта зараза, она уползла вот туда за камень вообще. Короче, она вот там. Вот там. Вон она, вы видите? Вон две щупки торчат. Без актинии теперь как-то лысо. Она была таким красивым пятном бордовым. Не знаю, как думаете, вернется или нет. Еще вот у меня новая корнулярия папайя. Рыбки, кстати, вроде перестали драться. Ну как, он его гоняет сейчас еще немножко. Видите? Но так, не сильно. В общем, они уже, может, определились. Не знаю. Успокоились. Вот такая красота у меня. Сейчас буду завтракать. Так, у меня новые... Новенькие питомцы. Тут креветочки. Вон, смотрите. И корнулярия. Розовая, большая, какая-то светящаяся, очень красивая. Так, тут тем временем бои происходят какие-то. Сейчас перельем креветок и покапаем их. Посмотрите, какая у меня весенняя красота. Так, что у нас тут тем временем происходит? О, тут влюбленные. Креветки уже почти откапались. Кораллы греются. Вот так. А еще, смотрите, вчера актиния была далеко, а сегодня она вон где. Ну, рыбы, как обычно, в центре внимания. Ой. Рыбы, расфокусируйтесь. Смотрите, куда актиния залезла. Вон, вы понимаете, где это? Вот там. Вон она сидит. Что это вообще такое? Я надеюсь, она оттуда выползет. С этой стороны плохо видно, но вон она там. Надеюсь, она вернется на свое прежнее место. Так, сейчас будем переливать креветок. Сейчас поставлю фотоаппарат. Давайте, дружочки, новую жизнь. Ух. Блин, такая красивая. Смотрите, какая она классная. Надеюсь, они подружатся. Вон моя живет вот там, далеко. Блин. Как крутая, надо ее сфоткать. Сейчас сфоткаю. Так, одна на Ксении сидит, вторая вот сюда села. Господи, фотоаппарат не вмещается. Вон она на корнулярии, смотрите. Рыбы опять как будто ужас устраивают. А корнулярию я приклею сейчас, там кусочек отвалился, и тоже поставлю куда-нибудь. Смотрите, улиточка. Уру-уру-уру. Смотрите, какие усищи. Ты делаешь? Смотрите, обижают ее, блин. Я хотела ее сфоткать красиво. Я не знаю, что охраняет Радактис. Давай вали отсюда.
Прошла неделя, и смотрите, где Актиния. Теперь у нее, похоже, там любимое место. Она оттуда уходить не собирается. Редактис просто жесть. Просто захватывает все. Этот закрылся, я только что просто кормила рыб. Видимо, попало что-то у него вкусненькое.